Чемпионат Одесской области по грэпплингу прошел в спорткомплексе Политехнического университета. В турнире, организованном спортивным клубом «Мангуст», приняло участие более 250 спортсменов из 11 клубов Одесской области и других регионов Украины. В частности, приехали участники из Новой Каховки, Измаила и Килии. Грэпплинг, как одна из разновидностей панкратиона, является новым и активно развивающимся видом, и открытое первенство области в таком формате прошло в Одессе впервые. Чемпионат Одесской области будет проходить в 2 дня. Субботу и воскресенье разделили, потому что на этот раз очень много участников. Приехали с разных городов спортсмены. Первый день суббота будут выступать дети, в воскресенье будут выступать взрослые. Это первый чемпионат открытой области по именно грэблингу. Если мы раньше проводили по панкратиону, туда входил раздел грэблинг. А сегодня это первый турнир, который именно чистый грэблинг. Так как уже с этого года он признан как вид спорта. Вот недавно наши спортсмены выступали на чемпионате мира в Беларуси. Команда Одесской области представляла 7 спортсменов. Мы взяли 3 золотых медали, 2 серебряных и 4 бронзы. Для начала это такой хороший показатель. Надеемся, что после этого турнира мы опять отберем самых лучших представителей нашей области на чемпионат Украины, а там уже на чемпионат мира. Грэпплинг – единоборство, совмещающее в себе технику всех борцовских дисциплин. Ограничения по использованию болевых и удушающих приемов минимальны. Самим спортсменам нравится, что можно завершить схватку досрочно. Я занималась спочатку, почала панкратионом, але зараз пробую себя у грэпплингу. Це щось нове для мене, я хочу спробувати, так як панкратион я вже добилась якихось успіхів, а в грэпплингу я також хочу піти вище і добитись чогось. В панкратионі панкратіон і грэпплінг відрізняється. Панкратіон більше там іде як ударка, там більше бої. А грэпплінг – це тільки боротьба. Грэпплінг – це самий свободний вид спорту в плані боротьби. Мінімальне ограничення по болевим, удушающим, ну і любим технічним діям. Це доволі розкритий вид спорту. Мені подобається грэпплінг тим, що там боротися, там треба виступати на соревнованиях. Можна с разными соперниками бороться. И мне нравится больше борьба в партере, чем в стойке. Потому что в партере можно сделать много болевых, удушающих. А в стойке только броски можно делать. Несмотря на то, что вид спорта только набирает обороты, одесские спортсмены уже показывают высокие результаты на международной арене. На недавнем чемпионате мира в Беларуси приняли участие 7 одесситов. Результат – 3 золотых медали. Чемпионат был на высоком уровне организован. Сначала вышел в полуфинал, потом проиграл и боролся за 3-е место. Выиграл. Сами схватки прошли? Ну, схватки выигрывал. По баллам, по болевым, по удушающим. По итогам чемпионата Одесской области первое общекомандное место и среди детей, и среди взрослых выиграл спортивный клуб «Мангуст». Юношеское серебро досталось Овидиополю, а во взрослой категории второе место занял Измаил. По итогам турнира была сформирована сборная Одесской области, которая через месяц выступит на чемпионате страны в Харькове.